Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала. В общем, окот прошел нормально. С наших 46 самочек у меня получилось 52. В общем, 52 ягненка родилось. Из них 25 самочек, 24 самца. Вот. И родили не все 46, а получилось... Ну, кто-то еще умирал, кто-то не умирал. В общем, ну, штуки 4 умерло, одна, по-моему, не родила. Как-то вот так вот. А то даже и не одна, а две. Вот, какая-то у меня приболела. Вот. Вот такой приплод. Вот она, последняя красавица, родила, у нее умер. Вот. У кого-то молока не хватило. То есть, ну, войны без потерь не бывает. Вот. Вот наш самец Борька. Он тоже ручной у нас. Иди ко мне. Ну, сейчас бежит, сейчас подойдет сам. Вот. Что хотел сказать по поводу... Вот самцы. У них делается выщип на ухе. И прищемляются яйца. Яйца мы прищемляем резинкой. Мы не делаем там, кто-то кастрирует. Вот. Мы прищемляем их резинкой. Вот. Специальными щипцами. Процесс ну, не смог заснять, так как не был у меня человек, который бы снимал рядом, да, как мы это делали. Вот. А самкам ставим бирки. Ставим бирки. И все это, в принципе, записываем, когда эта самка родилась, кто ее родил, вот, чтобы ну, отслеживать все это. Вот. Вот этот, который стоит, наверное, ему около 2 месяцев. Вот. Самый большой здесь 3 с копейками, которая первая родилась 20 декабря у нас. Вот, она уже крупная. Сейчас я посмотрю, вот это она или нет. Похоже, да. Вот она, вот, смотрите. Она уже, в принципе, как своя мать выглядит. Нет, это не она. То есть, это, наверное, все-таки не она, потому что есть еще. Но, может быть. Ну, в общем, вот 3 месяца выглядит вот так. Вот, в принципе, занятие не хлопотное, поэтому, кому интересно, подписывайтесь. Также ставьте лайки, заводите скотину. Вместе сообща у нас все получится. Здесь вот сделали мы такие кормушки, насыпаем им покушать. Здесь сделано под сено у меня такие, чтобы просто так им никуда не сыпать, чтобы они ели. Сделал такие решеточки. Вот сюда я накидываю сено, сено лежится. Сюда мы накидываем. И также, что просыпается зимой, когда снег, холодно, они здесь на нем лежат. В принципе, в этом году, с такой хорошей зимой, я даже не заводил их в кошару, то есть, чтобы они там ночевали. Они у меня провели все это время здесь. Вот здесь сейчас у меня получается 104 штучки. Смотрите, это вот так вкусно, да, как кучка. А когда они на поле выходят, там вообще незаметно. Это вот наша Алочка, верблюдица. Также сделано у меня в кошаре ясно. Сейчас плохо, наверное, будет видно, потому что света нет. В принципе, видать. Вот такие ясли. Вот еще одна здесь сидит у меня, которую родила 4 дня назад ягненка. Вот, вот такие вот ясли. Вот в этих яслях я сажаю 6. Вот такие здесь 3 на 3 примерно, там 3 на 3,5. Сюда 6-7 можно сажать самок. Ну, в принципе, неделя. Когда они то есть, начинают сразу, они начинают через день, 2 раза в день. Там, то есть, вот туда они у меня объединенные, вот те две. В общем, туда 17 штук у меня там сидело. Потом я всех, когда подросли, уже я всех выгнал и начал как бы набирать новых. На следующий год, конечно, будет их побольше, поэтому планирую еще что-то построить. Но так, в принципе, место еще у меня. Вот здесь вот есть место. Если баранов не загонять, хочу сейчас сделать там отдельный навес. Вот сюда же я положил сразу тюки сена, чтобы как бы не гоняться мне оттуда, не таскать эти большие. Я сюда положил квадратные и даю вода, зерно, ну как бы там зерносмесь у меня с кукурузой, совсем с ячменем, с пшеницей сама, семечки. И вот сюда также сделал вот такие
в общем, также с решеточкой сделал положить сено, и они кушают. Вот еще, наверное, пару дней, и мы его выпустим в общее стадо, и они будут на траве, они быстрее поднимутся. Там курятник. В общем, ребят, кому интересно, подписывайтесь. Буду показывать, как все это происходит.